Одним из самых ярких и массовых событий уходящего сезона зимних видов спорта в Красногорске стал национальный триатлон. Он проходит в муниципалитете уже в пятый раз. Первый его этап традиционно на лыжном стадионе. Это гонка без границ. Участие в ней не зависит от уровня подготовки и, самое главное, возможности здоровья. Традиционно у нас круг добра – это инклюзивный забег, где может поучаствовать каждый. А остальные спортсмены соревнуются в категориях. Трассы сегодня у нас небольшие, для того, чтобы было комфортно. Километры, 2 километра. А так, то есть от мала до велика. 50+, самая старшая категория. Организатор проекта, благотворительный фонд развития общественно значимых инициатив, старается каждый фестиваль сделать запоминающимся и оригинальным. Изюминкой этого года стал спектакль «Под открытым небом». Красногорцам представили постановку театра Василия Списивцева «Мальчишки-бальчиш» по мотивам сказки Аркадия Гайдара. Жизнеутверждающая история еще больше подбодрила участников, вдохновив на спортивные свершения. Атмосфера замечательная. Мы, на самом деле, не первый год участвуем. Нам очень нравится сама организация, как это все проходит, что очень много и детей, и взрослых. Все очень такие дружные. Очень такая атмосфера семейная, можно сказать. В национальном триатлоне еще 2 этапа. Следующий состоится 1 июня, в День защиты детей. На эту дату организаторы готовят фестиваль водных видов спорта. Летом также ожидается традиционный легкоатлетический забег.